Конкурс компьютерного мастерства прошел в Республиканской специальной библиотеке имени Толстого. Участники – школьники с нарушениями зрения, которые идут в ногу со временем. Подаренному компьютеру в системный блок не заглядывают. Можно досрочно? Да. Дареному коню в зубы не смотрят. Молодец. Правильно, молодец. Перевернутые пословицы «Интернет» или «Microsoft Word». Темы известны, вопросы закрыты. Выбор за участником по принципу своей игры. С помощью какой комбинации клавиш можно собрать ссылки в один список? Ctrl F6. Insert F7. Молодец. Все, молодец. Горячие клавиши выручают в быстрой навигации. Во время практических заданий на помощь людям с нарушением зрения приходит голосовой помощник. Задание 4. Создать определенные файлы на время, переименовать их, набрать текст. На конечную оценку влияет и знание русского языка. При выполнении каждого задания будет производиться оценка умения, качества выполнения задания, плюс грамотность. Если это будет задание в Microsoft Word, то, естественно, надо будет соблюдать всю орфографию, пунктуацию. И при наличии каких-либо ошибок, ну, соответственно, будет балл снижаться. Компьютерный конкурс – это итог обучения школьников. Эти ребята несколько лет подряд в качестве факультативов приходили в специальную библиотеку и вместе с тифлопедагогами осваивали персональные компьютеры. Клуб информационных технологий здесь открыли в 2012-м. Конкурсы обычно проводили среди взрослых. Для школьников такое мероприятие организовали впервые. Записывать разные лекции или просто писать документы на компьютере. Но вообще знание компьютера сейчас очень нужно. Никуда же без этого. Конкурс назвали «Семицветик». По мнению организаторов, сейчас компьютер – это и есть тот волшебный цветок, исполняющий желания. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.